часто сижу и грущу. Я умею плакать без слез, я делаю пустые глаза и на каждый вопрос отвечаю «за». Но утром по пути в киоск я часто хочу, чего нет. Меня научила мечтать свежая краска газет, «Союз печать». Мне надо быть в курсе, я делаю деньги. Мне надо быть в курсе, я делаю деньги. Фальшивые деньги. Я часто хожу в кино, пустое, как чешский трамвай. Смотрю заграничный фильм, попробуй меня поймай, я всегда один. Но утром по пути в киоск мы вместе хотим, чего нет. Нас научила ждать свежая краска газет, «Союз печать». Нам надо быть в курсе, мы делаем деньги. Нам надо быть в курсе, мы делаем деньги. Фальшивые деньги. Next day, we caught up with Небо и Земля at the concert hall, where the best of plans went wrong. Word travels fast in Moscow. As soon as officials heard that we were trying to film the band in concert, they simply canceled its performance. В общем, все это с успехом сорвалось, чему вы свидетелями сейчас стали. Группу «Небо и Земля» с трудом пустили на вход, вообще в Дом культуры, а телевидению итальянцам и канадцам просто не дали снимать. В связи с этим сейчас мы поедем в обычную советскую школу, среднюю, где базируется такая московская группа «Порт-Артур», и у них на базе все это прекрасно снимем. Ну вот. Не сдадимся! Умрем за поп! Перестройки нет. Нет, вот. У нас перестройка есть, а у них нет. Thank you.
problems we encountered in making this film do not reflect the aspirations of the Soviet government. Fact is, 2 years ago, this film would not have been made at all. The low-level officials that blocked our way are holdovers from the old days. They are against change at any cost. А что касается политических каких-то вещей, то ну, сейчас, в общем, настолько велики границы свободы мышления, особенно это связано с литературой, с выходом последних номеров наших и толстых журналов, и публикаций в прессе, что, в общем, мне сейчас уже, например, трудно представить ту проблему или ту точку зрения, которую можно было бы запретить по политическим соображениям. Демократия, в общем, достигла достаточно серьезных вершин, и музыканты, читающие периодическую прессу, в общем, имеют какие-то ориентиры о том, о чем можно говорить, о чем нельзя. This is where the dividing line in Russian rock is being drawn up, between those that toe the line and those that rock on underground. The simplest fact is that rock and rollers are rock and rollers everywhere.